Конференция «Православная церковь в исторической судьбе белорусского народа» – это результат активного взаимодействия представителей сферы образования и православной церкви. А то, что поднимаемая тема интересна обеим сторонам диалога, подтверждает количество участников, которое с каждым годом только растет. В этом году доклады были включены в пленарную часть и три секционные. В работе каждой общение было живым и активным. А это подтверждает тезис о том, что цели и задачи у духовенства и системы образования общие. Все молодые люди, которые здесь учатся, они будут трудиться в сфере строительства, архитектуры, тех профессий, которые они здесь получают. И, конечно, в первую очередь, они должны быть людьми, человеками, а потом уже все остальное. Если человек будет нравственным, если в мире будет тишина, мир, спокойствие, любовь, терпение, мудрость, то, естественно, и работа, его служение этого человека будет спориться на должном уровне. Он будет приносить пользу не только себе, но и ближнему. Полемика о том, какие тенденции сегодня актуальны для мирового сообщества, какие ценности нужны миру, собирают вокруг проблемного поля все большее количество ученых. Несмотря на то, что конференцию принимает Брестский государственный технический университет, разговор здесь в своем большинстве о гуманитарных дисциплинах и их значимости в образовании человека, о незыблемых ценностях, следуя которым должна строиться жизнь общества, а еще о вере, о религии, о духовности, наличие которой должно быть определяющим в сущности любого человека. Мы проводим нашу традиционную научно-практическую конференцию, но в этом году она уже достаточно серьезно расширила свою географию, и впервые из региональной она стала республиканской. Мы считаем, что гуманитарная составляющая, особенно для технического образования, она является очень важной и необходимой. Потому что, можно подготовить специалиста хорошего, но если он будет бездумный, если он не будет, так сказать, с горящей душой и с теми моральными принципами человеческими, он не станет настоящим профессионалом в том числе, я уже не говорю, что он не станет настоящим человеком. Тому, наверное, для технического университета это особенно важно, гуманитарная составляющая образования и воспитания. Конференции такого формата проходят на базе технического университета уже не первый год. В этот раз она была посвящена 1030-летию православия на территории Беларуси. Обсуждая тенденции, делясь мнениями, ученые и представители духовенства формируют свой взгляд на философию жизни. Такого рода мероприятие – это возможность сверить часы и обозначить ключевые позиции развития общества на ближайшие несколько лет.